Друзья, всем привет! Сегодня съемка ночью. И снимаю я ночью, потому что я хочу заменить лампочки в салоне. И вот, значит, полная ночь. Сейчас включу штатные лампочки в салоне, которые стоят. Итак, вот я включил свет в салоне. Вот такая вот освещенность сзади. Сходим ближе. Ну, на самом деле, видно так себе. Пойдемте сбоку посмотрим, как видно у пассажиров. Так, открывается дверь. Смотрите. Глазам лучше видно, конечно, чем на камеру. Но все равно мне света недостаточно. Недостаточно освещения спереди. Впереди еще более-менее благодаря тому, что тут 4 лампочки фактически горит. Вот. Лампочки сейчас я все заменю. Для этого мне понадобится вот такая лопатка. Я еще такую взял на всякий случай. Вот такие лампочки. В видео про 70-й Воксе я показывал. Это у Виталия покупал. Такие. Они идут, вот эти лампочки, вот в этот плафон. И в следующий плафон. Новый еще не пробовал никто, по-моему. Так, и вот такие две лампы, два набора таких лампочек. Две в козырьки и две посерединке. Номера артикулов будут в описании, цены тоже. Вот. Сейчас буду устанавливать, покажу, как это делать. Итак, начнем с первых лампочек. Это вот с козырька водителя. Обычная пластиковая вот эта ковырялка. Поддеваем, видите, со стороны вот в сторону центра. Вот здесь поддеваем вот так легко. Отгибаем. Все. Видите, тут какой зажим. То есть ничего сложного. Вот туда чуть загибается и выскакивает. Вот так достаем. Все, вот лампочка. Вынимаем ее пальцами. Вот достал лампочку. Фирмы Тошиба. Фирма Тошиба у лампочки. Так. Вот посмотрите, какой тут. Как тут сделано. Берем лампочку Philips. И вот таким вот образом туда ее вставляем. И все. Так, вот я засунул эту лампочку. Проверяем работоспособность. Ой, как ярко светит-то, прям значительно. Ну и вставляем все это дело обратно. Просто. Хоп, все, никаких проблем. Вот на стороне пассажира хочу внимание обратить, что доставать надо не с этой стороны ближе к центру, а с левой. То есть здесь с левой и у водителя тоже с левой. Вот. Так, теперь переходим к средней части, тоже интересной. Здесь можно, кстати, вот эту всю штуку доставать, кому интересно. Но мне надо вот это. Берем эту лопатку. Вот здесь. Видите, здесь вот меточки такие вот. Раз, вот, два, три, четыре, вот они. Вот берем с одной стороны, вот так поддеваем. Хопа, отщелкнулось. Хоп, дальше отщелкнулось. Хоп, дальше отщелкнулось. В общем, отщелкиваем так всю вот эту конструкцию. Итак, вот отщелкнул. Все. Очень просто, да? Ничего сложного. Вот эти лампочки китайские стоят. Также берем их, просто рукой на себя выдергиваем. Вот она, это обычная китайская хреновая лампочка. Ставим на ее место Philips. Вот так. Шлеп. Все, готово. То же самое делаем со второй. Итак, вот воткнул, проверяем. О, ну гораздо ярче светит. Очень даже гораздо ярче. Так. Ну обратно она просто. Вот видите, пазики, все. Вставляешь и вот так.
защелкивается. Все работает. Отлично. Пойдем на средний ряд. Посмотрим, как там. Так, вот я перелез на третий ряд. Что здесь? Здесь тоже, обратите внимание, здесь вот, видите, есть тоже вот эта маленькая вот, зацеп маленький. И здесь такой же. А здесь он просто упирается, вот в этих местах. Просто вставляется. То же самое. Подпираем вот так. Я вот прямо туда подлажу. Раз. Опа. Вот он, видите, чуть-чуть вылез. Вот этот вот. Опа. Ух, как она аж отпрыгнула. В общем, ничего сложного. А? Вот лампочка. Пожалуйста. Опа. Как горит. Вот так. Все. Вот так все просто. Вынимаем ее. Ну, менять будем, соответственно, вот на такую лампочку. Квадратную. Блин. А влезет ли квадратная? Влезет. Слушай, должна. Ну вот, собственно говоря, вставили. Включаем. Ну как ярко. Блин, ну ярче. Однозначно ярче штатных. И свет белый. Вот мне нравится белый свет. Ну, соответственно, эту ставим обратно. Вот так. Пазами. Попали. И просто защелкнули. Раз. Два. Все. Отлично. Работает. Ну что, вот что получилось. Ну, я хочу сказать, что стало светлее. Может, при мне вах, как светло, но стало гораздо светлее, там, скажем, на порядок светлее. Пойдемте зайдем сбоку. Ну, как освещает дорогу. Сбоку. Откроем эту дверь. О, как стало светлее. Гораздо светлее. Ну что ж, ребят, надеюсь, это видео будет для вас полезным. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал. В общем-то, всем спасибо, что смотрите. Всем пока.